серця машини, рессори пружини, падаю в кресло, хлопнула дверца, руки на руль, ноги на педали, это ралли. Настоящие мужчины любят женщины, машины, обослать себя эшины, транспортают паутины, скорость сотни километров, часто слыша голос ветра, жгут канистрами бензин, чтобы был адреналин. Настоящие мужчины любят женщины, машины, обослать себя эшины, транспортают паутины, на колеса Митсубиси, что бежит быстрее рысь, адреналин уже в крови, ветер вой, мотор реви. Mercedes-Benz, Бентли, автомобили, которые все время богачи любили, покупали, дарили, колесили по миру или просто миллионами сорили. Као, но есть люди, за которых я горд, для них скорость важнее, чем комфорт. Дьявол, черт, дорожный лорд, магистр профессии автоспорт. Гонщику нужна дорога строго, тачка денег много, скорость места анаши, для его больной души педаль в пол до упора, чтобы даже не замечать миражи окружающих пейзажей. Это жизнь, которую выберет не каждый, жажда скорости может не простить однажды. Риск погибнуть велик, ралли-спорт не дамский, гонщики рискуют, чтобы умыться шампанским. Настоящие мужчины любят женщины, машины, обослать себя эшины, транспортают паутины, сотни километров, часто слыша голос ветра, жгут канистрами бензин, чтобы был адреналин. Настоящие мужчины любят женщины, машины, обослать себя эшины, транспортают паутины, на колеса Митсубиси, что бежит быстрее рысь, адреналин уже в крови, ветер вой, мотор реви. Гонка — это их работа, салон, офис для пилота, нужно обгонять кого-то, славу добывает потом в кабине руль, а в главной роли как диджейский пульт. На танцполе бескрайнее черное пути полотно, авто на нем как пятно, пока вращается колес веретено, с лица шоссе не сотрется оно. Побеждают гран-при, ставят рекорды под мотив езды, подбирают аккорды, авто это Боинг, они пилоты, бескрылые птицы, повелители полетов. Старт, норов, рев моторов, стрелка спидометра застыла где-то около 200 километров в час, поворотов, переплеты еле замечают.